Здравствуйте, в эфире информационная программа «День города». С вами Анна Герцовская. Мои коллеги-репортеры телекомпании «Город» подготовили для вас последние новости нашего региона в этом выпуске. Все за и против. Рязанцы рассказали, как они относятся к предстоящим выборам депутатов в Государственную Думу. Заехать можно, выехать нельзя. О том, с какими проблемами сталкиваются жители поселка Соколовка. Ловись, рыбка большая и маленькая. Как рязанские МЧСники проводят свободное время. Новые пластиковые карты входят в жизнь рязанских пассажиров общественного транспорта. Теперь оплата проезда станет не такой привычной, как раньше. Уйдут в прошлое и счастливые билеты. Долговечные пластиковые карты вместо бумажных проездных поступят в продажу 23 сентября. В октябре они уже будут действовать. Стоимость проездного билета не изменится. Стоимость самой пластиковой карты – 100 рублей. Но эта сумма залоговая. Ее можно будет в дальнейшем вернуть, сдав карту. Лимит по числу поездок на данный момент не предусмотрен. Количество пунктов продажи и пополнения таких карт к октябрю увеличится с 25 до 90. Кроме того, уже в сентябре рязанцы смогут оплачивать проезд бесконтактными картами Visa. Вскоре граждан проинформируют, в том числе и с помощью объявлений в транспорте, когда именно это произойдет. В дальнейшем рассчитывают подключить MasterCard и российскую платежную систему МИР. Бумажные билеты останутся, поскольку закон обязывает давать людям возможность оплачивать проезд наличными. Внедрение новой системы не приведет к подорожанию проезда. Данная система при ее внедрении она никак не влияет на себестоимость поездки. Поэтому здесь при ее внедрении нет прямой зависимости от повышения тарифа на проезд. Тариф на проезд у нас зависит немножко от других вещей. Это расходные обязательства перевозчиков, да, минус их доход от пассажиропотока, и, соответственно, отсюда и получается у нас себестоимость этой поездки. В следующем году планируют ввести оплату картами в коммерческом транспорте, причем в обязательном порядке для перевозчиков. В предстоящие выходные состоятся выборы депутатов в Государственную Думу. Среди партийцев обстановка накаляется, граждане чувствуют себя более спокойно. Но несмотря на то, что с приближением дня голосования процесс агитации набирает свои обороты, кто-то из горожан это замечает, другие нет. Об их мнении по поводу предвыборной кампании и выборах в целом в следующем материале. Мнения горожан о том, пойдут они голосовать или нет, разделились ровно так же, как и во всех остальных вопросах, касающихся выборов. Да, конечно, буду. Потому что все-таки меня заботит будущее нашей страны. Вы пойдете голосовать или вас не волнует? Нет, как не волнуюсь. Вы пойдете голосовать? Нет. Почему? Не знаю, я почему-то не хожу и не доверяю. Пойдете голосовать? Обязательно. Кто-то из избирателей замечает яркие плакаты различных партий на улицах города. Другие нет. Что касается агитации по телевидению, то многие считают, что больше информации о программах партий можно увидеть по федеральным каналам, чем по местным. Да, федеральный. В основном все смотрят федеральный. Это нужно платное телевидение, наверное, чтобы местный канал какой-то. А так на федеральных местные включения происходят в какое-то время. И что они там не так уж как бы часто и длительно. Некоторые люди видят в этом своеобразный перекос. Об одних партиях они знают больше, чем о других. Опять будет подтасовка, я считаю, опять. Тем более вижу по агитации. Как. Мы знаем больше про Клинтона, больше про Трампа. Да? Нам уже год целый нам рассказывают про Хиллари Клинтона и там Трампа, какие они, этот, какой другой. А про своих депутатов практически не знаем ничего. Разве не так? В то же время находятся и противники такого мнения. Американцы нам, они 300 лет существуют, наша история тысячелетняя, и пускай они у нас учатся, чем и у них. Однозначно тех, кто идет голосовать, волнует программа партии. Эта рязанка поделилась, что пойдет на выборы по определенным причинам. Пойду опять голосовать, как и в прошлом году, что ли, или когда выборы были у нас. А почему за них? Ну, пенсию прибавили, 5000 в январе дадут. Еще не прибавили. Прибавить. Смотреть на наших кандидатов. Они говорят, один говорит, я вас в шоколад обваляю. Другой говорит, я вас карамельками обсыплю. Третий еще что-то обещает. А скажите, каким образом вы это дело сделаете? Каким вы образом можете это дело сделать? Каким образом? Это же очень важно. Самый главный инструмент решения проблемы, а не то, что я пообещаю. Другие рязанцы считают, что и программы партии, и сама предвыборная гонка в этот раз отличаются своей яркостью и прозрачностью.
Ну, заметно. Агитаторов много, много по телевизору говорят, всякие там споры идут. Мы выступать депутатам дают. У нас сейчас вот тоже опять здесь было собрание, депутат выступал. Так вроде... Ну, то есть предвыборная гонка все по-честному, да? Да, она идет все честно. Голоса все, пожалуйста, они все открыты, голоса. За кого хочешь, за того и голосуй. Вывод – мне не столько же, сколько и людей. Это был обзор впечатлений и мыслей самих рязанцев. Кто же победит на выборах и как это повлияет на жизнь россиян, увидим спустя время. Рязанские дороги давно приобрели известность далеко за пределами региона. По этому поводу существует и множество шуток, но сами рязанцы, хоть и относятся к проблеме с сарказмом, на самом деле глубоко взволнованы происходящим. В городе существуют такие дороги, которые не только влекут за собой ремонт автомобиля, но и настоящие трагедии. Тревогу бьют жители Соколовки. Марина Комиссарова знает подробности. Сложно поверить, но мы находимся в черте города. Именно так выглядит улица Мира в деревне Соколовки, города Рязани. Месяц назад наша телекомпания уже навещала жителей деревни Соколовка. Тогда мы были на улице Луговой. На этот раз нас позвали жители улицы Мира. Ну, я вас вызвала по поводу того, что у нас заасфальтировали одну часть дороги, нечетную, а нашу четную оставили, сказали потом. Когда это будет потом, мы не знаем. На работу надо ходить, если я хожу на работу. Бахилы надеваем, а потом бахилы снимаем на остановке. Нам даже скорая помощь не может проехать, приходится выталкивать, когда грязь. Вообще нельзя. Асфальтовую крошку привезли, высыпали на небольшой участок дороги, и на этом работы закончились. Люди, мечтавшие годами о нормальном проезде, снова остались у разбитого корыта. Вылезти из грязи им, похоже, не удастся. У нас есть письмо от администрации, значит, кто там представитель был, Кулешов. И письмо дало ответ, что асфальтировать, в общем, гранулятом вот этим вот крошкой. А когда асфальтируют, неизвестно. Письмо есть, ответ есть, да, то, что они нам это сделают, а когда сделают... Общем, нам обещали, да, уже обещали. Лет 30, а может и больше, что все сделают, а да. Так и ничего не делается у нас. Помимо того, что носить с собой сменную обувь давно вошло в традицию, дорога в районе становится препятствием для служб скорой помощи и пожарных машин. Жители с ужасом вспоминают истории с несчастливым концом. У нас много лет назад был такой случай, что вот мальчику было очень плохо, скорую помощь пришлось оставить у... начал переезда, и сюда бежали врачи, и потом с ребенком на руках бежали обратно, и ребенок погиб. То есть вообще у нас и машины стреляют постоянно, и пожары были, не могли даже подъехать, дом сгорел, люди погибли, не могла подъехать пожарная машина. Многократные обращения граждан к властным структурам с просьбами отремонтировать дорогу увенчались успехом. Недавно насыпали асфальтовую крошку, только совсем неравномерно. Одну часть улицы засыпали с горем пополам, другую оставили без внимания и особенно толстый слой уложили по непонятным причинам возле одного конкретного дома. Надежда на то, что ситуация поправима, все еще теплится. Но постепенно жители улицы Мира осознают, что резиновые сапоги так и останутся их основной обувью. В России, возможно, в скором времени появятся водители младше 18 лет. Такая практика уже существует за рубежом. Депутаты Государственной Думы предлагают разрешить россиянам садиться за руль автомобиля, начиная с 16 лет. Скорее всего, обладателям так называемой юношеской водительской категории «Ю» придется мириться с серьезными ограничениями. По предложению депутатов предлагается выдавать права категории «Ю» начинающим водителям в период с 16 до 18 лет. С таким водительским удостоверением они смогут полноценно управлять автомобилем, однако в присутствии более опытного водителя. Водитель-наставник тоже должен будет удовлетворять некоторым требованиям. В частности, его водительское удостоверение должно содержать открытую категорию «Б» или старше, а водительский стаж наставника должен быть не менее 3 лет. В ГИБДД уже назвали перспективу введения новой категории прав малореальные, так как в период с 16 до 18 лет граждане России официально считаются ограниченно дееспособными. Соответственно, если такой закон будет принят, он окажется противоречащим не только Гражданскому кодексу, но и Конституции страны. В Рязанской области сотрудники МЧС приняли участие в соревнованиях по рыбной ловле. Спасатели, пожарники и представители общественных организаций должны были поймать как можно больше рыбы. Случайно пойманные раки в зачет не шли. Задачу нужно было выполнить обычной удочкой с поплавком. Всего в состязаниях соревновались 28 рыбаков, 27 мужчин и одна девушка.
Соревнования стали настоящим семейным праздником, так как на берегу пруда помимо участников были их жены, дети, родственники, которые активно поддерживали рыбаков. Для многих мероприятие стало возможностью заняться любимым хобби в кругу коллег и друзей, обменяться опытом и посостязаться в мастерстве рыбной ловли. Свое мастерство в рыбной ловле показали 28 рыбаков, среди которых была единственная женщина. Она представляла команду Рязанского областного отделения Российского союза спасателей. Девушка призналась, что с детства ловила рыбу со своим отцом и не считает, что рыбная ловля – это исключительно мужское занятие. В личном зачете Ирина Цаплина не уступала мужчинам и даже заняла второе место. Вес ее рыбной добычи составил почти 6 килограмм. По принципу «поймал, отпусти». В Рязани появилась новая поликлиника. Она расположена на территории Рязанского государственного медицинского университета. Студенческая поликлиника была создана на базе амбулаторного кабинета. Теперь она расширилась до такой степени, что сможет принимать учащихся из двух вузов – медицинского и РГУ имени Есенина. Подробнее в материале Ирины Ковалевой. Еще весной два вуза нашего города, Рязанский медицинский и Рязанский государственный университеты, вышли с предложением создать студенческую поликлинику. И вот сегодня, как и было запланировано, она открыла свои двери для учащихся. Почетными гостями на этом значимом для жизни студенчества событии стали министр здравоохранения Андрей Прилуцкий и заместитель председателя правительства Елена Буняшина. Вместе с ректором РИАСГМУ Романом Калининым они прошли по кабинетам поликлиники, побеседовали с работающими там специалистами и первыми пациентами, ожидающими приема. После в беседе с журналистами Елена Буняшина отметила, что открытие этой поликлиники позволит разгрузить работу медицинских учреждений, которые ранее обслуживали студентов данных вузов. Кроме того, чисто психологически молодым ребятам будет проще посещать поликлинику, ориентированную именно на них. Иногда в таком возрасте мы боимся к врачам идти, а здесь уже будет одна линейка, одна категория, и я думаю, что это даст возможность выработать у молодежи, у сегодняшнего поколения, что надо заниматься своим здоровьем. Вот. Ну и еще один такой важный для себя направление деятельности в этой поликлинике – это создание двух центров здоровья женского и мужского. Вот. Мы сегодня наблюдаем, анализируем по рождаемости, по тем болезням, которые есть сегодня, почему не могут молодые юноши и девушки родить ребенка. Вот. Поэтому мы активно будем заниматься здесь здоровьем именно женским и мужским, что для нас, для России, для самих ребят очень важно. Для удобства студентов врачи поликлиники работают в две смены. Здесь ребята могут посетить как терапевта, так и узких специалистов. Мы сейчас внедряем те технологии, которые внедряются в практическое здравоохранение, консультируемся с Андреем Александровичем в рамках организации, и электронные записи, и электронная регистратура. Будет в том числе, оказывается, выездная помощь. Ребята смогут обозначить вызов в регистратуру, позвонив нам, и врач выйдет к ним домой. Также здесь будут доступны и лабораторные, и ультразвуковые исследования. По сути, вот такой студенческий формат поликлиники мало чем будет отличаться от стандартных медицинских учреждений, что, безусловно, не может не радовать и самих студентов. Ну, ни для кого не секрет, что старшее поколение, очереди из старшего поколения в поликлиниках отпугивают молодежь, а нам же тоже нужно заботиться о своем здоровье. И очень приятно, что наш университет не только дает теоретическую подготовку для будущих врачей, но и также заботиться об их здоровье. И, на мой взгляд, это очень удобно, когда ты знаешь, куда тебе можно обратиться. Здесь принимают, это такая же поликлиника, абсолютно полностью функциональная, только для нас. Пока услуги этой клиники доступны для студентов двух вузов, но руководители и кураторы данного проекта не исключают возможности расширения перечня обслуживаемых высших учебных заведений. На данный момент это все новости, которыми мы хотели с вами поделиться. Много другой интересной информации вы можете получить на нашем официальном сайте город62.тв. Я с вами прощаюсь и желаю вам отличного настроения. До свидания.